Всем доброго времени суток. Ну что, идем забирать последние три. 40 раз открыли, все. Нам наград хватает, мы забираем максимальный 10 уровень. Все, то есть мы все награды здесь забрали. Что мы здесь недовыполняли? Смотрите, мы собак недовыполняли, мы ключи недовыполняли, мы вообще не использовали миллионы очков выжившего. Исследование карты можно было еще закрыть. То есть очков тут можно еще получать и получать. То есть уровень бы я точно смог получить. Плюсом технологии я вообще ни одной не прокачал. И строительство я прокачал, всего лишь 2 уровня забрал. То есть на самом деле тут вот этот 12-й, который был открыт, чтобы максимальные вот здесь награды собрать, я бы мог их закрыть. Но разработчики посчитали, что иди-ка ты нафиг, тебе и так с этого хватит. И поэтому мы забираем максимально 10 уровней. Надеюсь, в следующем сделают уровни чуть побольше, чтобы можно было, соответственно, собирать больше очков. Задание прикольное, потому что абсолютно ничего дополнительного я здесь не тратил. То есть с пятницы, с понедельника по субботу закрывал какие-то задания и в воскресенье забирал всех помыл. Все. То есть тут вообще ничего сверхъестественного. Награды тут реально, посмотрите, очень хорошие. То есть 1600 скотча, потом серые, синенькие, черные, железо, металл, в общем. Много всего. Ну и еще тут доски, ключи и прочее. Так что вот такие вот дела. Все прекрасно. Всех обнял, всем пока-пока.